Вот он, самый крупный представитель животного мира на выставке «Рептилиум 2021». Огромный сетчатый питон. Я так думаю. Для него стенд очень большой. Очень большой стенд. Вот он, толщина с приличное женское бедро. Бедняга устал от внимания. Как жаль, что у меня нет таких животных дома. Однокомнатная квартира не позволяет. Бедняга. Устал. Вот там. А-а-а. Говорят, что это сетчатый питон. Сетчатый. Я тоже должна быть сетчатая. Я думаю, мы себе такую заводить не будем. Квартира маловато. 75 килограмм. Второй день рептилиума. И мы сразу пошли к самому крупному экспонату. Огромному сетчатому питону. Экзомания представляет нам этот экземпляр на обозрение. Вот он. Спит. Вижу, реагирует все-таки. Либо мне кажется, либо просто дышит. Мне кажется, что реагирует. А вот чисто визуально сказать трудно. Но мы еще к нему вернемся.